Если компенсация за коммунальные услуги не успеет поступить на счета компаний-монополистов в мае, то никакие пени и штрафы заявителю не грозят. Сегодня об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ. Также Талгат Испулов пообещал, разработчики сайта модернизируют его и дополнят новой услугой – СМС-оповещение. Все подробности у Артема Буланова. По самым последним данным, 51 тысяча жителей Павлодарской области имеют право на компенсацию за коммунальные услуги. Из них 35 тысяч человек проживают в городах. На данный момент меньше половины успели подать заявки. Уже поступило 23 тысячи заявок от населения. Из них 15 тысяч уже обработано и готовы к проплате. Ну, средства из республиканского бюджета уже поступили. На сегодняшний день уже направлены в акиматы городов и районов. То есть в ближайшие дни мы уже начнем проплату. Также спикер сообщил очень важный момент. Если вы или ваши родственники, попадающие в перечень на возмещение компенсации в мае, не успели подать заявку, ничего страшного. Заполните анкету сейчас, и в июне выплата будет произведена сразу за 2 месяца. Много и тех, кто указал свои данные на сайте с ошибками. Ответственные пообещали, что сотрудники колл-центра или акимата свяжутся с такими дополнительно. Сама вот эта услуга будет действовать до 25 июня. Текущего года. В этой связи население необходимо до 25 июня, даже желательно раньше, скорее всего, даже до 20, потому что эти заявки необходимо обработать, направить поставщикам, потом необходимо оплатить. Поэтому желательно, чтобы даже до 20 июня уже все граждане через сайт отправили заявки. Создатели сайта 15000pvl.kz готовы запустить смс-оповещение о регистрации заявки. А на ваших экранах список номеров справочных служб, где обещают ответить на любые вопросы касательно возмещения 15 тысяч тенге. И, наконец, самый важный контакт – это техническая поддержка сайта 15000pvl.kz. Здесь должны помочь заполнить анкету. Артем Буланов, телекомпания «Ирбис».